А можно ли ходить с соплями в бассейн? Если сопли прозрачные, то да. Мои дети ходят. А если сопли не зеленые, и они проходят без температуры, это нормальная очистительная функция организма. Сопли бывают разные, они бывают светлые, прозрачные, с ними можно ходить, пожелтее тоже, в принципе, можно ходить, вода помогает, будет их вымываться, как-то вода в бассейне, погружение, в частности, или случайное окунание ребенка, будет вымываться очень хорошо водичка. С зелеными соплями лучше в бассейн не ходить. С насморком в бассейн ходить можно. Все? Да. Хорошо. С сильным насморком я со своей дочкой в бассейн не ходила, ну, если этот насморк сопровождался, например, температурой, да? Когда у нас был насморк на фоне прорезывания зубов или, ну, просто по каким-то причинам, да, у нас был небольшой насморк, это не препятствовало нашему хождению в бассейн. Я считаю, что если это легкие сопли, совсем-совсем аллергия легкие, то можно.